Ну а теперь, друзья, идем на озеро и посмотрим пляж. Лип растут. Сейчас они на солнце нагрелись. Выделяют как бы смолу или сок. И запах характерный. Запах липы. Вообще очень все тут пахнет. Пахнет хвоей. Таким сосновым лесом. Возле лип проходишь, пахнет липой. Пахнут цветы. Скошенная трава. Бабочка прилетела. Дышится полной грудью. Трактором разрабатывают пляж. Сегодня пасмурно у нас, но жарко. Градусов 28. Здесь летний бар-кафе. Сегодня вечером дискотека на пляже, на площадке. Ветерок дует. Я забыл ветрозащиту поставить. Ветерок не сильный. Думаю, не сильно будет мешать. Там беседки с мангалами. Крыши видно отсюда. Беседки, беседки. Спортивная площадка, футбольное поле. Там танцевальная площадка. Для детей сделано все для отдыха. Скошенная травка. Шезлонги. Там прокат. Сетка мангала. Пляж, санаторий Боровое. Посмотрите, какой лес. Работа идет. Такие вот качели. Площадка с тренажерами. Закрыта от дождя. Поле. Вон еще есть волейбольная. Еще есть волейбольная сетка на поле. И здесь волейбольная площадка. Пляж огромный. По сравнению с теми санаториями, где я был до этого.
Рекомендую посетить данное место. Вид с пирса. Солнце заходит, вечер, вечереет. Такая благодать, тишина. Очень красивое место. Это вообще, друзья, не озеро, это небольшое водохранилище. Здесь протекает река. Оттуда она, я так понимаю, течет. А вот там поставили дамбу. И получилось вот такое импровизированное водохранилище, как озерцо. Не знаю, будет в камеру видно пляж. Ну, пляж где-то метрах в 150 от меня. Везде беседки, зонтики, отдыхающие. Люди отдыхают. Ласточки летают. Щебет птиц. Очень много малька. Вот иду по пирсу. Рыбаки рыбачат. Очень красивое, уютное, тихое место. Реально санаторием очень довольны. Нам нравился санаторий «Лесные озера», но после этого санатория, конечно, здесь намного круче, намного. Ну и цена тоже намного выше. На том берегу озера деревня Будачи.